Налоговые послабления до 10% предлагают ввести для предпринимателей, которые занимаются благотворительностью. В настоящее время разрешаемый размер вычета составляет всего 3%. В Нацпалате предприниматели считают, что эти меры позволят увеличить количество меценатов в стране. По данным фонда Charity Aid Foundation, в Казахстане только 10% людей жертвуют часть своего дохода. Почти треть населения оказывает мелкую помощь нуждающимся. Для сравнения, в США благотворительностью занимаются почти 90%. Американцев. НПП предлагает внести норму об увеличении налоговых послаблений в законопроект о благотворительной, спонсорской и меценатской деятельности. Во время обсуждения мажилисмены эту идею поддержали, а вот в Минфине к такому нововведению относятся с осторожностью. Это, конечно же, определенным способом повлияет на налогооблагаемую базу. То есть, если 10% будет относиться на вычеты, то, соответственно, налогооблагаемая база будет сокращаться. Это не в интересах Министерства финансов. Но, с другой стороны, все равно государство потом вынуждено будет тратить эти деньги на социальные какие-то вещи. Это можно сделать, просто простимулировав самого предпринимателя. И сумма тех выделяемых предпринимателями средств будет намного больше, чем вы соберете налогов.